Вот какая у нас все-таки архисимпатичная страна Беларусь. Там победу на выборах можно заказать как проститутку в баню, да? причем со строго определенными параметрами. Рост, вес, длина носа, потому что не все любят там 90-60-90. Есть те, которые любят 80-80 и 80. Чтобы во всех местах было бы вот здесь 80%, здесь 80% и здесь 80 процентов и всякие объяснения этому товарищу про то что 80 это с 80 в общем туговато что такого уже не носят что это не модно и не принято вот во внимание не были эти объяснения клиент раскопризничился и потребовал себе победу именно с такими параметрами он как мы знаем ее получил да? И в этом я, например, вижу такую оскорбительную топорность, потому что все-таки вот основное чувство, которое должен испытывать обманутый избиратель, обманутый избиратель должен чувствовать все-таки благодарность и удовлетворение. И существуют методички, которые позволяют именно эти чувства культивировать, ну, в худшем случае легкую досаду, да? А в Беларуси развели какую-то в Беларуси, прошу прощения, развели какую-то вообще пещерную хрень. А, то есть вот ситуация, когда вор крадет победу, крадет победу из дамской сумочки, просто как алую помаду, да, и потом представляет к виску дамы ствол и требует, выдавливает из нее признание, что у нее никогда и помады-то такой не было. Еще ей губы обрежут для того, чтобы показать общественности, что ей и мазать-то было нечего. А на самом деле эта помада всегда принадлежала вору, он ей украсил губы из знамена на протяжении последних шести сроков. То есть мы имеем большую белорусскую интригу, когда милиция и народ радикальным образом поменялись местами. Да? Вот народ пытается укра поймать укравшего победу на выборах, а милиция вора прячет и защищает. Вот такая вот необычайная, пикантная ситуация, которую, честно говоря, не мог предположить никто. Если там, хотя бы пару дней назад, 3-4 дня, да, у кого-то были сомнения, что Лукашенко очень примитивный, очень глупый диктатор и дикий истерик, и кровавый истерик, то, в общем, Лукашенко удалось все эти сомнения развеять. И прежде всего, конечно, он глупый. Да? Да вот давайте по этому, по этому поводу поговорим, потому что никто ему не мешал. Да, Оленька? У меня вопрос. Да. Я тут случайно, э, читавшие всевозможные материалы, как все приличные люди, которые сейчас читают какие-то материалы, касающиеся Беларуси и ее выборов, э, обнаружила, что как раз на этих выборах явка была поменьше, чем в 2010 году. У них обычно явка-то там под 90%. И при этом мы видели много сцен, и в Москве в том числе разворачивались, и сейчас, кстати, на Моросейке, там еще люди стоят и их пытаются разогнать. Возмущение тем, что не хватало бюллетеней, не хватало времени на голосование, участки закрывались, а избиратели все шли. Это же говорит о том, что на предварительном голосовании, нарисованном заранее, был какой-то слишком большой процент использован, возможно, или но... о чем? Да. Нет, смотри, почему так плохо были... все посчитано? У меня вопрос заранее, Понимаешь, почему так никто, плохо готовились? Никто не, не мешал им следовать э, таким опробованным, очень красивым технологиям, которые позволяют одуренному избирателю чувствовать себя вот даже в некотором кайфе от ощущения, что все было так близко, так близко, как никогда, и в следующий раз получится. Вот надо только чуть-чуть подналечь. 52%? Да, и все да, довольны? Да. Вот изумительная тактика. Почему? У них в штабе был спец, даже два, очень классных, которые знают свое ремесло, которые очень многих уважаемых людей бесскандально вывели на самые разные уровни власти и, ну, кстати, заплатили им все до цента, но практически не слушали и повесили вот эту дикую фальшивую цифру такой любимый диктаторский процент и, кстати говоря, даже и 80 это отбили они невероятной невероятной ценой невероятными усилиями Потому что... Должно было быть 97, сейчас да? Сейчас все расскажу, да, вот нескромность, она всегда украшает, но только не в случае фальсификации выборов, да, это может быть тот единственный случай, когда именно скромность является залогом успешного, хорошего, доброкачественного подлога, да? И если уж все равно рисовали, и все было абсолютно подконтрольно, то, конечно, надо было вывести вот эти вот мерцающие, 53 процента и успокоиться а работа получилась ферически грязной, неряшливая провинциальная работа и прошу прощения какая то даже несколько тупорылая и тут не скажешь потому что они там действительно очень серые я вот сейчас могу рассказать как именно надо подделывать результаты выборов потому что мне доводилось консультировать подачу этой фальсификации сам я ничего не подделывал потому что я не имел доступа у меня не было такой необходимости, но вот как я, то есть я занимался не рисованием результатов, а, а подачей, что является самым важным. Вот нарисовать себе результаты может любой дурак, что было подтверждено 9 августа в Беларуси, но вот предъявить эту фальшивку – это уже отдельное, конечно, искусство, потому что ложь, подлог, фальсификация, все это нуждается в очень деликатной подаче, и не обязательно что нужно сделать, обязательно нужно до последней минуты сохранять вибрацию, неуверенность, да? вот это вот дуболомство Лукашенко, который знал, что а, покорные избиркомы все нарисуют в лучшем виде, конечно, все попортило это дуболомство, а вот эта вот вибрация, которая не роскошь, а способ разминировать любую ситуацию, чтобы у обманутого оставалось светлое, доброе очень ощущение, что вот нужно было еще осталось каких-то там 2-3% добрать, добрать, добрать. И это, как ни странно, как ни странно, действует абсолютно гипнотически и наркотически на тех, кто верует в выборы. Надо понимать один секретик. Всякий народ очень боится побеждать, особенно когда имеет дело с такой окаменевшей, древней, сложившейся, спрессовавшейся структурой, как реальность Беларуси. Он и хочет побеждать, и боится, да, ему вполне достаточно миража, что он почти победил, да? И вот это почти, которое не заставляет перелопачивать жизнь, изменять все и вместе с тем дает огромное удовлетворение, вот это почти должно быть всегда. Да? А потом не забывай, что всякая победа ⁇ это такая гадкая лупа, которая немедленно наводится на лицо победителя, а нет таких политиков в мире. Глядя на которых через лопу не удастся, упасть, удастся не упасть в обморок. Да? Ты же понимаешь, что в принципе они все хороши. Ну, вот, смотри: вот эта тактика соблюдения двух 3 процентной разницы. Да? Необходимо еще у избирателя обманутого создать ощущение, что возможны изменения через тяжбы через пересчеты, а вот не рубить, не чертить глухую безнадегу на ближайшее десятилетие. И здесь было сделано тупо и топорно. Если есть дураки, которые веруют в какую-то там законность, да, то почему бы на этом не сыграть? Законность это же все равно баян в руках власти. Она может и Комаринского, и песенку гномов на этом баяне исполнить, а тяжбы и пересчеты, они точно так же подконтрольны, как все остальное, да, это только для тех, кто верует в выборы, это некие а, серьезные, а, серьезные истории, то есть вот правильная а, вибрация, она снижает вероятность последующего конфликта процентов на 70, и вот эта идеальная вибрация, она, вот самый красивый прием, да, это... А, помимо предварительного мандража, сомнения, необходимости интриги, это есть такая игра, четкая игра в маятник, да? Это высший пилотаж, но если вы не хотите скандала или стрельбы и баррикад, то в эту игру надо играть. Это маятник, это выборная игра, когда подсчеты отдают первенство то одному, то другому, то одному, то другому. Это а потом работает, на последнем участке это вручную потерял. Да. Угу. И избиратели это так завораживает, так гипнотизирует. Он становится, ну вот как кролик в томографе. Он совершенно беззащитен перед этой ситуацией, и у него создается многомерная глубокая иллюзия честных выборов. Да? Это просто сказка на самом деле. А кандидат ничем не рискует, потому что маятник под контролем, он останавливается ровно там, где надо и ровно тогда, когда надо. Но для кандидатов, вот то, что я наблюдал, это, конечно, все равно американские горки, как правило, и не выдерживают нервы. И вот там у Лукашенко в штабе, там была парочка вот очень толковых технологов, которые предлагали именно вот это. Но батька лично затоптал их 45-м размером своих галош, и несмотря на то, что все было предопределено, он ужасно психовал, орал, плевался, он был весь пропитан волокордином, зрачки, как у козы, вертикально и дыбом усы, и никого не слушался. Он забраковал план с этой красивой интригой, поломал, потребовал свернуть цирк и сразу железно выписать ему 95, его полночи уговаривали на 80. там ну, опытные тетки в избиркоме, они чуть ли не на коленях стояли. Его тупо вломили 80, все равно поставили себя в совершенно дурацкое положение, потому что все, потому что была нарушена технология обмана. Обман, как ничто другое, нуждается а, в абсолютном соблюдении технологии. Да, и потом, смотри, потом случилось самое страшное. Да? Вот крестики и птички в бюллетенях нарисовать тоже не проблема. Подменить не проблема, пересчитать не проблема. Да? Все хотят жить, все хотят свой кусок хлеба и свой кусок Луи Виттона. Но вот заставить эти крестики и эти птички выйти на улицу, и встать сомкнутым строем, преграждая путь безумцам и противникам, абсолютно, как выяснилось, невозможно. Вот ни один этот крестик в бюллетенях материализовать не удалось. Не удалось этому крестику, этой птичке одеть кепочку. Треники и куда-нибудь вывести к ТЦ Рига или на улицу Притыцкого. Но вот это не получилось. Вы имеете в виду с поддержкой конечно, э, законно царствующего конечно, конечно. Александра Григорьевича? Да, это многие драться, говорят. Даже не месить хипстеров. А, а, просто вот, ну, организовать небольшой народный оркестр с белорусскими инструментами, жалейки всякие, цимбалы, и приветствовать особо жестокие избиения детей, старушек, тушь есть там. Ну это же понятно, да? Вот такой вот оркестрик всюду появляется. Где надо, сунули садисты ОМОНовцы старичку за шиворот или в штаны а, светошумовую гранату, тут же, значит, тушь, да? Умер старичок немедленно, тут же, значит, помедленнее и по проникновении Шапенчика можно вдарить похоронный марш. Да? Лукашенковцы, они могли хотя бы аплодировать зверствам ОМОНа хохотать над кровавыми трупами врагов режима, подавать упавшие щиты, вытирать под росгвардейцам печь драйники, менять подгузники. Но вот эта вот технология а материализации этих птичек и крестиков, она не разработана, это не русская вакцина из-под крана, тут действительно нужно время. Это серьезная очень история, и пока вот это вот отсутствие пролукашенковского большинства, оно становится все заметнее и заметнее, прям какая-то огромная черная дыра в картине благополучия и единодушия, которая которую начертал лично Александр Григорьевич своей рукой, потому что когда 80% объявлены абсолютными сторонниками, ни одного живого человека реального среди во всей стране обнаружить не удалось. Вот. Но действительно сейчас но я... в комментариях русском, в русских соцсетях иногда встречаются. Да, но ты говоришь, что там это все не так однозначно. Тайком, там, да, да, да. Хулиганы. Вот кто, в реальности ты голосовал. Это был тихий бюджетник, который, придя в кабинку, там долго шарил взглядом, нет ли камер, а вот что-то чиркно, трусливо, как кот гадит в тапке, сунул это в щель и смылся, и такой никогда не признается и не будет рвать на себе тельняшку и не пойдет на баррикады, а внукам и детям будет врать, что вот в этот страшный август 2020 года он лично закопал в песочнице Арматурину, и он голосовал против тирана. А, но... Понятно, что все эти бюджеты. Там была еще одна технология, простите, да. Александр Глебович. Там была технология, которая поразила своей простотой и незамутненностью. Эти прозрачные урны, наполненные гармошками. Да. Они складывали бюллетени в гармошку, и их можно было видеть невооруженным глазом. Их они становились объемнее и страшнее, и тем страшнее становилось тем, кто не складывал свои бюллетени в гармошку. Да. А, Оль, это а... было красиво. Это было красиво.